Всем привет! Видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В сегодняшнем видео я вам расскажу о функции такой дополнительной, как замачивание в стиральных машинах. Как же она работает и для чего она вообще нужна. Такая функция, как замачивание, она идет дополнительная. То есть при выборе программы ее можно дополнительно включить. Функция замачивания включается на таких стирках, на которых максимальные выставлены показатели. То есть это не относится там быстрая стирка, к этому не относится ручная стирка. На таких программах нельзя включить функцию замачивания, потому что они, в принципе, эти программки рассчитаны на то, чтобы быстро производить стирку. Замачивание по времени занимает 30 минут, то есть, допустим, выбрав любую программу, вот, к примеру, там детский хлопок, да, мы выбираем функцию, вот сейчас час 45, если я выбираю замачивание, становится 2.15, то есть полчаса происходит эта процедура. Каким образом она действует? Когда вы включаете стиральную машину с данной программкой, то набирается немножечко воды для того, чтобы смочить ваши вещи в стиральную машину, в барабан. И в течение получаса нагоняется пена, то есть порошок, который вы добавили, здесь крутится в барабане с вещами и по максимуму вспенивается в течение всего этого периода. И по чуть-чуть добавляется воды, ну, то есть, как бы, чтобы пена лучше образовывалась. И, соответственно, вещи стирались в этой пенной воде. После того, как замачивание завершается, происходит сразу слив. Соответственно, в связи с этим у нас здесь сразу выставляется, что у нас будет 4 полоскания. То есть дополнительные полоскания нужны для того, чтобы выполоскать вот эту всю пену, которая образуется у вас при замачивании. Замачивает в основном вещи, которые требуют дополнительной стирки. То есть пятна у вас были какие-то, которые вы, к примеру, там зачистили, обработали дополнительными пятновыводителями и положили в стиральную машину. То есть, дабы закрепить эффект выведения пятна, нужно и можно использовать программу замачивания. Вот. Но если уж прям очень сложные пятна, то, в принципе, еще можно дополнительно включать вот программку выведения пятен. Вот, то есть это будет еще дополнительное замачивание. Теперь вы знаете, для чего нужна эта функция и что она выбирается дополнительно. Все права на видео принадлежат каналу «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!